Были выполнены работы по устройству временного моста для устройства опоры номер 2 в косе в реке Вологды. Также были выполнены, полностью возведены 100% опору номер 6, опору номер 5 мостового перехода, опору номер 4, опору номер 3. В данный момент выполняются работы по погружению свай на опоре номер 1. Это последняя опора, является завершающим этапом устройства тел опор. Также был выполнен первый этап надвижки. Мы продвинули пролет с правого берега в сторону левого на 15 метров. Работы ведутся круглосуточно. При этом мы стараемся все-таки обеспечивать покой жителей в ночное время. То есть шумные работы стараемся не производить в ночной период.